Компания AESH представляет вашему вниманию трансформаторы тока TOL-10 и TPL-10. Трансформаторы предназначены для передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, защиты, автоматики, сигнализации и управления для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения в электрических установках переменного тока частоты 50 Гц. Трансформаторы тока устанавливаются в комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки класса напряжения 6 кВ и 10 кВ. Трансформаторы выпускаются с двумя или тремя вторичными обмотками. Выводы вторичных обмоток трансформаторов закрыты прозрачными крышками, которые могут быть опломбированы. Первичные и вторичные обмотки трансформаторов тока залиты эпоксидным компаундом, что обеспечивает электрическую изоляцию и защиту от внешних воздействующих факторов. Трансформаторы изготавливаются в исполнении У и Т категории размещения 3 по ГОСТ 15-150.